Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала, меня зовут Алексей, и добро пожаловать на мое новое видео по игре Euro Truck Simulator 2. Сегодня я вместе с вами, мои многоуважаемые зрители, прокачусь по новой версии карты Project Japan, ну либо, короче, карта Японии, как вам угодно. Продолжает, в общем-то, этот проект развиваться, и на самом деле это очень здорово, что он не забрасывается, что он живет, это классно, почему бы нет, это необычное для нас, по крайней мере, для людей, которые живут в СНГ, необычная страна, и каждый раз, каждую новую версию, когда я обкатываю, я стараюсь их не пропускать, но, к сожалению, не всегда получается. Я удивляюсь, я реально искренне удивляюсь тому, насколько автор круто передал местный вот этот японский колорит, и ты действительно себя ощущаешь... Ну, в какой-то маленькой такой, что ли, но очень уютной и очень красивой стране. Итак, давайте я вам покажу, что было, как я понимаю, добавлено нового. То есть мы раньше с вами катались там на Токушиме, и, в общем-то, в том краю мы с вами катались. Теперь, как я понимаю, больше добавляется, наверное, западная часть, ну и восточную, ну, обратить внимание, тоже очень-очень даже неплохая. Сегодня мы с вами прокатимся... Совсем чуть-чуть, из города Иката до города примерно под названием Шикакачоу. Надеюсь, правильно я все это прочел. Как я понял и как я посмотрел свои старые ролики, вроде как раз-таки это и есть новая территория. Будет вообще конкретный факап, если эта уже территория была добавлена ранее. И я немножечко лоханулся. Ну, в общем, ребята, если что, пишите в комментариях. Можно будет и по тем территориям потом, если что, проехаться. Проблем нет вообще никаких. Я всегда рад покататься по этой карте. Версия игры 1.39. Все ссылки в описании. Ну, и, в общем-то, все это в описании, соответственно, продублировано. Кататься я буду по-прежнему. Ну, а на чем же еще, как не на Mitsubishi Fuso? Почему бы нет, ссылочка на него также будет оставлена в описании. Итак, включаем передачу, ну что, потихонечку будем отправляться. Прям он такой у нас громкий фусы, я бы сказал. Но звук у него классный, даже для 1.39. Прям такая басуха, знаете, бьет по ушам. Так, ну вот этого роутадвизора мне не надо, как бы, в принципе, поэтому я не знаю, зачем оно мне вылезло. Так, давай. Брат, подожди, пусти. Спасибо. Так, ну и сразу я начинаю себя ощущать не в своей тарелке, реально. То есть, что-то не то. Thank you.
Друзья, ну как вам? Я специально замолчал на столь длительный срок, чтобы вы просто послушали звук двигателя, прониклись вот этим вот всем, то, что здесь происходит вокруг. Ну, меня, если честно, пробрало. Реально пробрало. Я прям замер, я сам кайфанул, и для меня прям это была реально услада для ушей. Вот этот звук...
Друзья, я не знаю, как еще это описать и какие у вас сейчас эмоции, но лично меня, еще раз повторюсь, очень и очень сильно пробрало. Прям вштырило конкретно. Я не понимаю, как можно настолько сделать атмосферную карту, по сути, из старых дефолтных объектов. То есть мы здесь с вами по большей части наблюдаем текстуру асфальта, ту старую, которую можно было найти и сейчас можно найти в самых первых территориях. Даже просто достаточно поехать в Британию, вы там это все найдете. Принципиально здесь прям нового, конкретно на этом участке дороги, из текстур, из объектов, ну, я практически ничего не увидел там, за исключением некоторых, может быть, каких-то знаков, которые требуют нашего внимания, естественно, дорожных знаков, каких-то опознавательных знаков. В остальном, ну так реально посмотреть, все сделано из старого дефолта, но насколько это все атмосферно. Ребят, я не знаю, зайдет вам такой формат или нет. Лично мне кажется то, что он гораздо интереснее в плане того, что вам это будет интереснее смотреть, когда вы просто остаетесь один на один с игрой, и никто на фоне вам не мешает, никто не болтает. Какие-то одинаковые слова, может быть, не повторяет. Не знаю, лично мне кажется то, что этот формат вот такого объезда, да, вот этих новых территорий, очень-очень даже интересен. Если вам, ребята, он понравился, обязательно напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Это для меня действительно очень и очень важно, что вам понравилось, что вам не понравилось. И исходя из ваших комментариев, я уже буду дальше усовершенствовать вот эту всю историю. Ну и, друзья, спасибо вам, конечно же, огромное за то, что уделили столь много времени для просмотра этого видео. Если оно вам понравилось, если вас все устроило, если вам понравилась вот эта новая территория Японии, обязательно ставьте лайк. Пишите об этом в комментариях, почему бы нет. И обязательно подписывайтесь на канал, если до сих пор этого по каким-то причинам этого не сделали. С наилучшими пожеланиями. Пока-пока. Еще увидимся.